временами так хочется слыть не в пример образованным, и тогда я берусь за такой вот, как этот, размер стиха длинноватый, невнятный, помятый, неровный, изорванный. Типа умная мысль не должна быть на вид и на слух, а легка временами прям жжет от стремления поднять свою значимость. И тогда я вставляю строку априори отнюдь извне, чтобы понял читатель, что было судьбою назначено быть воистину мудрым Платону, Монтенью, Ашо и мне. Временами до зуда мечтаешь пуститься в пророчество, говорить непростыми словами и странных желать вещей. Но потом отпускает. И в жизни по-прежнему хочется костромского портвейна, бухгалтершу Зину и кислых щей.